Среди денежных потоков вновь стали фигурировать билеты банка приколов. В Дмитровском районе в продуктовом магазине продавец два раза принимала к оплате поддельные 5000-ные купюры. Ими расплатились ранее судимые мужчины. Их удалось найти по горячим следам. Полицейские призывают быть бдительными и перепроверять банкноты номиналом 5000 рублей. О том, что это не настоящие деньги, а книжные закладки, которые так называемые билеты банка приколов, продавец обнаружил только вечером, когда пересчитывала выручку.